Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоку Фэмили, и сегодня я прохожу, точнее проверяю, ту игру, которую я очень долго ждал пройти сам лично у себя дома и вообще просто насладиться сюжетом. Это Assassin's Creed 3. Я еще точно игру не проверял, но буду очень надеяться, что при записи у меня не будет никаких проблем. Я, конечно, могу ошибаться, но... Так, стоп, а почему у меня... Да, давайте так. Отлично. Так... Я проверю, наверное, FPS. Так, сделаю... Ладно, почему бы первым не сделать? Ну что, ребята, делайте чай. Погнали. Это мое первое прохождение, мое личное первое прохождение Assassin's Creed 3. Так, нет, я не Дезмонд. Я не Дезмонд. А кто я? Так. Казо. Не вижу ничего. Сейчас, секундочку, друзья. Секундочку. Я Казоку Фэмили. Ага, провел сделать нельзя, да? Ну и ладно. По крайней мере, можно написать Казоку Фэмили, да? Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. Он... У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индустрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении, правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас. Своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели. А с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место. А с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь.
если сможем. Его имя Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу. Мы здесь. Да, да, тормоза, конечно, есть. Конечно же, да. Идем. Так, ну, в принципе, сейчас разберемся, чё к чему и почему, да? Так. А, туда пойти нельзя даже, да, уже? Ну, ладно. Так. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Да ты прям шутник, я смотрю, да, чувачок? Все так резко вы не даете показывать, ну да ладно. Так. Да ё-моё, дайте мне продвинуться, не? Думаю, мы здесь. Окей. Так. А, наконец-то нам бежать дают, да? Шикарно. Ладно. Так, а чё дальше? Так. А, просто я так скажу, если будет сильно тормозить в открытом мире, то я снижу разрешение и посмотрю, как будет работать при низком разрешении, вот. При высоком просто немножко лагает.
Да ладно. Ключ, ключ. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Да. Слышишь нас? Да. Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Да-да. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Так. Окей. Так. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Окей, окей. Да, грёбаная русская раскладка. Я не вижу ни хрена, у меня тут темень, ребятки, я снимаю, блин, 2 часа ночи. У меня не цветная клавиатура, точнее, не светящаяся. Так, стоп. Ладно, допустим, все так. Ак. Ладно. А я ползу, ползу, ползу. А я тебя люблю, люблю. Пробегись через полосу препятствий. Окей. Так. А дальше? Ой-ой-ой-ой. Так, стоп. А. Пока вроде бы все нормусик, да? Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд, следуй инструкциям и убей 2 тамплиеров. Так, стопешечки, а где у меня это? Так, это я понял, а... Да подожди ты, а как я убью? В смысле, А, у него же в руке скрытый клинок, я забыл. Так. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Удобно. Так, стоп, в смысле? А, уже все так положено было или что? Так, не понял, где же... Это понятно. Стоп. Не понял. А куда прыгнуть-то? Так, я что-то немножко либо не втираю. Так, тут якобы здание, да? Это я понял. Так, стоп, а как? Он же грохнется сразу там. Так, а может там что-то есть? Нету там ничего, нет? Оу-оу-оу-оу. Так, а вот тут я начинаю либо троить, либо я где-то что-то пропустил. Так, а если еще с точки начать? Так, загрузить с последней точки, да. Давай, загружай.
Хорошо, Дезмонд, пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку Анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Окей, давай. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Блин. Я просто думал, что там контрольная точка была, а там нифига контрольной точки не было, блин. Я что-то поспешил, надо было, наверное... Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Так. Просто я не сразу понимаю, куда лезть. Ё-моё. Пробегись через полосу препятствий. Это я понял, да. Так, а дальше? Так, по-моему, наверх. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд, следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Так, окей. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Это я понял. Так, стоп. Нажми, чтобы прыгнуть. А, подожди, стоп. То есть в любом случае мне прыгнуть, да? И... Так, а что тут делать? Ага. А, твою мать, чё, повиснуть и всё? Или не надо было? Стоп, я что-то не пойму. А, я запутался, чё делать-то? Или здесь повиснуть? Так. Я не допрыгну, да? А, бежать просто, твою мать. Я что-то... Блин, ну я запутался в этом управлении. Просто пипец. Так, стоп. Я не сразу, короче, понимаю, что от меня требуется. Воу. Подожди. А, то есть мне пробел не обязательно жать, да? Так, ладно. Я там просто реально запутаться можно. Так. А дальше? Крыши. Уровень синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Так, прогресс. Повторение изученного. Окей. Сэр, все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Окей. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр.
Да. Ой-ой-ой, как немножечко лагает. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Как старый Флетчер помер, эльф дракони стали бессовестно разбавлять. А на что похоже светлое пиво во льве? Ого. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. А вы как поживаете нынче? Извините. Красиво. Однако. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Так. А как? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Так. Прошу прощения. Извините. Так. А беспалевно можно это сделать? Ну, вроде да. Погнали. Так, стоп, что? Удерживаю. Интересно. Девки пляшут. О, тут у нас эротика, да? Балуется чувачочек, да? Так, наверх, что ли, или куда? Видимо, что наверх. Люди, люди смотрят что-то. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Походу сюда нам, да? Оу, вот это самое неприятное. Блин. Так, Да это я уже понял, да, это немножко напряжено. Так, двигайте мышь вверх-вниз. Все.
Отлично. Так. Нежданчик. У меня поджилки трясутся. А ты хлебни мне радости, да и все. Так, а дальше куда? Наверх, что ли? Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Так, а дальше куда? Наверх? Не, наверх не получится. А, сюда. Окей. Хейтем. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Опа. На. То-то-то-то. Поворотик-то, да? Поворотик-то. Здрасте, дома. Здрасте. Забор покрасьте. Так. Типа валить, да? Да, я так и думал. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Такс. Валим. Спокойно. Вот он! Вот кто убийца! Вот он! Хватай его! Что случилось? Человека убили где-то на верхних балконах! Я тут ни при чем! Клянусь! Обыщите его! Хм. Прошу прощения, мадам. Из той ложи не выходил никто. Не толкайтесь! Прямо только без паники! Это было на том балконе. Что там делают эти люди? Я стою здесь. Прочь! Прочь! Что? Глупец! Спокойно, опасности нет. Куда вы идете? Та-та-та-та. Мы ничего не знаем, у нас все заебись. Почти. Валим, 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 валим. Ту-т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 у. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Убил человека, скучно, ну да. Работа. Работа. Тогда поедем, да. На Флит энд Брайт. Тун-тун-тун. Как прикажете. Как прикажете. Да. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен,
Что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успей они раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Ну да, еще на корабле. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Угу. Хейтем, Хейтем. Красиво. Мне не помешает пройтись. Есть такое дело. Так, сохранение было, да? Так, ладно, мы, наверное, на этом закончим. Я посмотрю, как будет игра чуть приниже. Разрешение, потому что тормоза все-таки есть. Немножко неприятно играть. Так что с вами был Денис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, делайте репосты. И всем, в принципе, удачи и до новых встреч.